Пети. Пети. Если вспоминать сборную Франции образца 50-х годов, со своими успехами... Пети. ...с южноафриканским Бекенбауэром. Заняли первое место в шести... Пети. Пети. Но в 92-м году вновь Пети. В 96-м году во многом благодаря Дюгари. Бордовой Шари. На Дюгари обратили внимание. В этих командах себя не смог и вернулся домой во Франции. Пети. Маккарти. Пети. Пети пошел вперед. Удар по воротам. Фон. Голкипер сборной ЮАР. Уже не раз он демонстрировал высокое мастерство. А это были тренеры вместо воротов. Там Тюрам. Саймон. Пети. Пети. Вновь. Пети. Пети.